Пизда, иди. Рандос, у тебя есть Элен? Или Энх, не знаю. Есть. Не, я, наверное, вообще пас. Ну, давай. У Замаки тут еще? А, подожди. Блин, еще одного ОДК, что ли, во тьму засунуть? Да это пиздец. Он на Эрдру, у меня КД. У меня нашумания нет. Подожди, а кем ты дорога? Да, ты здесь? У нас миссия ранга АС, подходи. На каком у тебя КД? На СУ добрал. У Замаки, подожди, на ком у тебя КД? Кем ты была на вчера? На Лойке. Пусть с Локом идет, если... И у Конскюрита тоже КД. По-моему, он вчера был. Или когда там он был. Кто-то помнит, он точно был. Мне еще писал, что на ретрике КД. Кирилл, блядь. Заходи, Узумаки. Или ты я уже? Я уже на лодке. Хочет похилить Эрдру, я подамажу. Ну, либо если тебе не жалко КД, зайти на Эрдру, а или подамажу. Тебе как? Нужно локом идти? Узумаки. О, нет, я же говорю, у меня на Эрдру КД, у меня на Эршаме нету. Ну тебе не принципиально идти, я это имею в виду. Я хотела чешку, но скорее всего с моим приоритетом я его не сролю, да? У меня просто нету этого дома, я его выключила. Нет, ты, у тебя очень низкий, мне в любом случае. Поэтому могу Эршамой. Давай Эрдру. Так я же говорю, у меня там КД. Блядь. Пусть тогда будь на Локе, идем так. Будешь во тьме, если что. Есть Афлик? В Афлике. Все, будешь в Афлике во тьме. Только пытаться отключить диспел. Выключи, включи. То есть включи и выключи. А у меня всегда отключен. Включи и выключи. Потому что бывает, говорят, что выключено. Все пофиксили уже. А, я видел, как пофиксили в субботу. Метки в центре разлетаются. Okay. Кто падал на Афатьмы? Все готовы зайти за линию. Афатьмы. Пристоим. Хаба хилишь. Кого он хилит вообще? Свет? Да, свет хаба хилит. Надо еще не забыть, кто падал на прошлом трай ГП накинуть. Вопрос, можно на колодец что-то все скидать? Ты кидай во тьме. Даже не знаю. БДК? На. Да не, на. На ВВ докинешь. У нас постоянно дохнет там. Да это унизительно, сука. А на кого там кидать? Да. Там на БДК кидайте, если БДК сдохнет, ну Сталин зайдет во тьму и потанчит, как бог дальше. Секрет, вы начинайте. Ну да, в бабле потанчит паладин, ну таким есть. Хаба, эконом первую фазу, ман. Питки мед. Перебежали. Ты тут, Трися. Хаба метка, бима плюс 4. Я завис. Слышно? Там себя не можешь хабу? Да. Разлагал. Нет, хаб таван не точно.
Максимус метка. Максимус. Наслышно, я вылез. Перебежали. Да. Да, да, слышно, ты умер уже. Да, не достанешься до Евангелия. Угу, да, да, хорошо. Гефестию метка. Подожди, пускай лучше Хан добьет големов, это крит, а не реварин. Та во тьме не будет. Харой, не останься ты тогда добивать. Киве, заходи. Лид, заходим. Хаба, ты где? Числави метка. Хаба. Он здесь стоит. Ну, а почему? Кто стоит? У нас Хаба решил остаться в свету. Он зашел, он вроде. Ну, уже зашел, да. На третьей фазе только не забудь выйти в свет. Опору метка, заходите. Не добили еще. Ну, добьете, зайдете. Все, заходите. Следующую метку ближе к морде. Хаба метка. Ой, ты заливал ману? Да. Хаба, диспельте свету, у него нет таланта. Понял. Тщеславие метка. 50%. Выходим в свет. Рос сразу не давай, Хаба, выходи в свет, и рос через 5 секунд дальше. Метки не было. Перебежали. Метка. Во тьме рост. Точняк метка. Поворачиваем на рит, смещаемся. Да, свет стоп, свет не бьем. 40%. Бьем трэш, ждем. Точняк метка. Ай-яй-яй. Поднимешь Кирилла. Я? Да, ну кто еще? Арвин метка. Пиздох от столба, да? Да, на плане метка сейчас. Перебежали. Инер отказался будет. Хаба метка. Хиль себя. Альтея метка. Апу по магу, каску на мага, стамину. Перебежали.
Да под хвостом просто перебегает. Максимус метка. Цвет 40. Под трэшбим. Цвет только трэшбим. Вы тоже чувствуете этот запах? Да. Ближайшего вайпа. Играем. Перебежали. Посмотрим, если 60, все, добиваем босса. Трэш не бьем, только на пулы. Фотон метка. Все в босса. Растут. Зачем приморозили? Растут. Они приморожены. Да, не знаю, вайп чувствую. Точняк, альтея мет. Бей, добивай, стой, добивай босса. Потом здесь пыли. Это запах победы, сынок. Это запах вайпа. Также подмешка били меня. Извините за мата, я первый раз вижу, чтобы было 6 вайпов подряд из-за конкретных людей по конкретным косякам. Господи. Танкоботы рулим. Че, все что? Я только мураш вошел. Короче, я хочу накинуть мне ИП. Да, подожди, охотник, не хочешь с нами в Вильби попасть? Вроде напуливаешь нормально, но правда дохнешь, еще научишься. Небольшого голема не бьет вообще. Ага. Научится. Этот ШП Скабрус. Там ШП, если хочешь, тоже Вильби. Да, конечно, хули. Танка чешка нужна кому? Мы потом вас вагонить будем, ебаный рот. БВ оф. Кому еще надо чешка на оф танк? Я не знаю, я в РК перезаходил, КВ, ты на ДД ролишь? А че ж ты сразу не сказал? Танкоботы нужны кому на оф? Я в РК перезаходил. Это на танкоботы, да, Ру? Передавай топору рубить. Нет, никак, надо обмен.